Всем привет! И сегодня я хочу поделиться с вами своими покупками. Покупок было много, так что усаживайтесь поудобнее, запасайтесь каким-нибудь чаем, едой, не знаю, чем хотите. Я, конечно, постараюсь кратко, но у меня практически никогда не получалось это, поэтому сразу заранее предупреждаю, что может затянуться моя болтовня. И начну я с мелочей. Купила опять спонжики очередные для лица. Еще я взяла морскую соль. Она мелкого помола такого. Фирма Ароматика у меня продается у нас в Украине в Амсторах. Для чего я ее брала? Соответственно, для того, чтобы делать пилинг для головы. Мне понравилось, но я делаю это не часто, буквально раз в месяц, потому что боюсь пересушить кожу головы и боюсь, что будет перх. Соль у меня с запахом апельсина и лемонграсса. Ну, в принципе, не важно, какой там запах. Если вам, конечно, это важно, то я скажу, что они бывают запахами. Если не важно, то, в принципе, я бы, допустим, даже взяла без запаха. Потому что после того, как вы смываете ее, ну, соль, вы не ощущаете никакого запаха вот этого вот на своих волосах, на коже. Запах не ощущается, поэтому это не особо и важно. Я приобрела от Organic Shop, все-таки нашла этот крем, гонялась за ним по всему городу, потому что у нас продукция Organic Shop пропала, я думаю, не только у нас в городе. Это, как обычно, мое любимое крем-масло для рук и ногтей, органическое масло бабасу, цветы лимона, иланг-иланг. Питание и восстановление. У меня был уже такой крем, я его очень хвалила, много о нем вам рассказывала. Вот приобрела запасной на следующую зиму, которая уже не за горами, поэтому я вот запаслась довольно, я не знаю, просто как слон. И еще из разряда таких уже, наверное, must-have'ов, в общем, опять приобрели зубную пасту Сплат. Ну, нравится нам, пользуемся, но хочу заметить, как-то в прошлый раз, по-моему, в покупках я говорила о том, что у меня, наверное, привыкание произошло. Походу, это было не привыкание, была просто поддельная паста какая-то, потому что она мне не помогала, совершенно, абсолютно не помогала. Прошлый тюбик, где мы брали, или я брала, или парень покупал, я уже не помню точно. Но вот этот тюбик я покупала сама в аптеке, и в итоге он очищает так же, как первый, который мы попробовали. Справляется он со своими всеми функциями на ура, делает все то же, что и должен делать, и делал раньше. Заходила в Простор, как-то совершала покупки и нашла такую фирму. У меня это идет тоник. Здесь написано, что это целебный растительный комплекс, гидробаланс, тоник освежающий с экстрактами алоэ и шиповника для всех типов кожи. Там есть еще, по-моему, отдельно для чувствительных. Здесь очень много всего написано вкусного, приятного, хорошего, как применяется, в общем, как влияет экстракт алоэ и шиповника на вашу кожу. Что хочу сказать, запах такой приятный, действительно каким-то вот чаем пахнет зеленым. Нет спирта, абсолютно его не чувствуется на коже, не ощущается ни глазами, ни какими-то высыпаниями. Средство неплохое. Мне напомнило по своим свойствам тоник от 100 рецептов красоты. Вот этот, который увлажняющий идет и освежающий. Немножко чем-то вот они схожи. Финиш такой вот именно приятный, без спиртовой. Есть там средства для умывания, крем под глаза, крема для лица. Что-нибудь хотелось бы еще прикупить, попробовать, как оно работает. Бюджетная тоже марка, типа чистой линии и 100 рецептов красоты. Тоник этот обошелся мне, по-моему, в 22 гривны. И здесь у меня 125 миллилитров. И еще я решила попробовать шампунь от чистой линии. Это у меня шампунь укрепляющий с крапивой для всех типов волос. Я уже поняла, что прозрачные вот эти текстуры, они высушивают очень именно вот
кончики. Вот где-то отсюда очень у меня сухие волосы становятся. Мне это не очень нравится, так что я так периодически комбинирую с безсульфатными шампунями, но хотела именно пользоваться на каждый раз. Но вот не получилось. Попробую, может быть, какие-то другие шампуни. Очень тоже интересно, потому что все хвалят. Хотелось очень попробовать, но вот именно с крапивой мне не очень подошел. Даже если я увлажняю потом маслом, даже если я наношу маску, даже если я наношу бальзам и долго держу его, ничего не помогает. День буквально у меня волосы еще более-менее, на следующий день у меня все уже, именно кончики сухие. И еще я приобрела пену, это пена от Nivea Men, для чувствительной кожи тоже, пена для бритья, успокаивающая. Это какая-то новая формула, она идет без спирта. Честно вам скажу, предыдущая баночка, которая у меня была, она была со спиртом и тоже для чувствительной кожи. Мне понравилось больше. Как-то, знаете, вот пена такая прям массивная и кожу не раздражала, даже как-то немножко увлажняла. Ненадолго, конечно, но увлажняла. Вот это вот, конечно, увлажнение никакого почему-то, хотя без спирта, как я выхожу из душа. Мне сразу даже на мокрое тело хочется нанести какой-нибудь лосьон, там масло. Чувствую вот эту вот какую-то стянутость, не сухость даже, а просто стянутость кожи. Честно, я возьму лучше в следующий раз ту предыдущую. Цена у них одинаковая. Просто хотелось попробовать новинку. И, наконец, я купила лактоцид себе. У меня с pH 3,5. У меня написано Femina плюс. Что это может значить, я не имею понятия. Здесь 200 мл баночки. У меня идет без дозаторов. Хотелось попробовать, может быть, мне не понравится. Я не буду уже больше экспериментировать, как с пенкой, к примеру. Брала одну, понравилась, и бери дальше, как говорится. Но нет, захотелось поэкспериментировать, попробовать что-то новенькое, но я так понимаю, с моим везением это не вариант. Очень такая легкая текстура, очень, не знаю, такая даже перламутровая какая-то. Честно, хватает буквально горошинки, она мылится, но совсем-совсем чуть-чуть, практически незаметная. Такое ощущение комфорта, никакого зуда действительно, ничего, никаких вот посторонних мешающих вам факторов, ничего такого нет. Расход мне казалось, что будет большой, так как первый раз, когда я выдавила, ну какая-то как водичка, чуть гуще водички жидкость. И я думала, что все, это, конечно, за месяц у меня уйдет бутылек, но нет, я уже пользуюсь, чтобы не соврать, по-моему, месяца два. Да, месяца два это точно я пользуюсь. И еще для лица я приобрела маску. Эта маска у меня с лифтинг-эффектом, подтягивающая, от Планета Органика. Никогда не пробовала их ни маски, ни масла, ничего. Вот первый раз взяла. Органический экстракт ягод асаи и масло итальянского трюфеля. Написано, что она для всех типов кожи. Способ применения: небольшое количество маски нанесите на влажную кожу лица легкими массирующими движениями через 5-7 минут. Используя косметический спонж, смойте теплой водой, используйте 1-2 раза в неделю. Попробовала эту маску уже раза 3, наверное. И честно вам скажу, эффект с первого применения, я не знаю, как это объяснить, ощущения такие вот, у меня никогда таких ощущений не было, я никогда не испытывала такие ощущения. Кожа такая подтянутая, такая как будто в тонусе. Она выглядит хорошо, просто даже визуально она становится такой вот красивой, здоровой какой-то кожей. Я этой маской довольна, советую. Девчонки, те, которым требуется данная процедура, лифтинг процедура, даже если вам 26-27, вперед, для профилактики самое то. Мне 28, и я решила для профилактики иногда пользоваться. Во-первых, когда пользуешься этой маской, у тебя такой свежий вид, кожа сразу такая вот ухоженная кажется.
подтянутая, и макияж ложится потом хорошо. В общем, все идеально после этой маски. Если вы даже хотите просто перед каким-то мероприятием выглядеть хорошо, можно воспользоваться этой маской. Я пользовалась где-то раз в неделю. Этого довольно-таки достаточно. Хватает этого эффекта, конечно, не на неделю и не на две. Где-то приблизительно дня 4 хватает вот этого эффекта подтянутости. Именно на моем вот лице с жирной кожей, как бы вполне, в мои 28 для профилактики самое то. Еще я приобрела немножко продуктов для тела. Почему-то захотелось, не знаю, побаловать себя. В общем, приобрела я масло для тела от Fresh Juice, шоколад и марципан. Мне это масло очень понравилось. Здесь 225 мл. Покупала я в просторе за 30, около 30 гривен. Вот, как можете видеть, я уже так попользовалась. Запах, не знаю, марципан чувствуется, конечно, но шоколад совсем вот как-то отдаленно где-то что-то, и то может быть молочный шоколад, не знаю. Оно немножко легче, чем следующее масло, которое я вам покажу, но оно мне тоже очень нравится. На какой-то вот осенний период, осенний-весенний даже, я его приобретала тоже уже давно, как раз в весенний период, и оно меня очень спасало, потому что те лосьоны, которые я заказывала от Avon, они почему-то меня как-то разочаровали немножко. Хотя всю зиму я пользовалась, были просто такие морозные дни, даже вот когда сидишь там в квартире, у нас холодно зимой в квартире, не то чтобы там мороз, но прохладно в квартире, нет своего отопления, есть государственное. А как мы знаем, государственное, это значит, вот что вы получите. Поэтому, когда вот прохладно в квартире, лосьон как-то все равно не особо помогал. Я через какое-то время, даже на следующий день, к примеру, я смотрю, что у меня кожа такая, знаете, вот немножко даже выглядит суховатой такой. И мне приходилось наносить заново лосьон. Вот приобрела вот это масло, и мне оно очень понравилось. Я всю весну им пропользовалась, довольна им на все 100. Запах, конечно, не такой я хотела. На теле у каждого по-разному раскрывается какой-либо запах. Поэтому я думала, на моем теле, наверное, не очень он будет пахнуть. И как-то так стрёмно мне было вообще брать его, но рискнула. И не пожалела, потому что на теле запах такой немножко просто вот пряный такой, наверное, даже. Ну, не пряный. Вот чувствуется марципан, но больше такая вот кислинка немножко. Все, не то, что вы там кислятиной какой-то воняете, нет. Пахнет он на теле немножко кислее, чем в упаковке. И еще я в просторе видела, продается Organic Shop, вот эти вот ихние скрабы и всякие лосьоны тоже для тела в баночках, и всякие масла тоже, муссы. В общем, я хотела приобрести ихний легендарный скраб, какой там кофейный он идет или шоколадный. Как-то зажмотилась, честно вам скажу. Все, конечно, хвалят. Я уже все решила, я уже даже взяла его в руки. Все хвалят, надо, значит, попробовать. Хочется просто даже вот. Девчонки, я нашла альтернативу неплохую. Я, конечно, не пробовала Organic Shop. Может быть, там действительно такие супер-пупер средства, которые просто вот ничем не заменишь. В таких идентичных баночках я нашла вот такие средства. Это тоже кофейный скраб, кофейно-сахарный, и масло. Есть тоже муссы, лосьоны для тела вот в таких баночках. Расскажу про скраб. Запах, может быть, даже где-то отдает какао. Очень такой густой. Его, когда берешь в руку, невозможно просто взять и размазать сразу. Нет, у вас такой кусок образуется в руке, в ладошке, и нужно либо просто намочить вторую руку и растирать между обеих рук, тогда просто он начинает как-то таять, потому что в состав действительно входит сахар. Соприкасаясь с водой, он тает, и получается скраб немножко лучше растирается, распределяется.
и можно его распределять уже потом на тело. Но я уже приловчилась как? Я беру такую жменьку, хорошую такую, и уже сразу растираю, знаете, как вот скраб мыла у меня получается такой. Я сразу растираю уже вот этим кусочком одним. Потом, конечно, я остатки там растираю между ладошек и уже распределяю дальше, куда мне там нужно, на какие места. Поначалу мне, конечно, показалось неудобно, я думала, он более такой будет мягкий, более жидковатый, но не разочаровалась. Мне кажется, даже лучше, что он такой густой, экономичнее расходуется. У меня ничего не стекает по телу, у меня ничего не падает, нигде не ляпает, просто кусочком прошлась, все. Где-то там что-то, может быть, и упали две капельки, но не страшно. И масло, это у меня идет манго. Здесь состав масел: дикая манго, масло ши, потом масло какао и оливковое масло. Это масло довольно-таки питательнее, чем вот это масло, и его хорошо использовать зимой. Сейчас я им, конечно, пользуюсь, но, наверное, допользую баночку и куплю себе на зиму, а на сейчас буду допользовать все лосьоны, которые у меня от Avon были, потому что как-то уже надоели они, что ли, не хочется ничего. Вот новинки нашла какие-то, они меня привели просто в восторг, и я не хочу ничего другого. Для лета, конечно, тяжеловато это масло. Советую на такой вот действительно холодный период. Кожа такая мягкая становится, такая прям вот, я не знаю, ну как у младенца. И запах приятный остается. Здесь вот запах манго, он не навязчивый, не такой вот резкий. Он отдаленно где-то что-то, когда вы ходите, где-то там ветерок подул, вы там ощутили еле-еле вот этот вот запах манго. На следующий день он чувствуется также отдаленно, если, конечно, вы не пользуетесь ни парфюмами, ни спреями для тела, ничем таким. Вот запах остается. По текстуре я скажу вам, что вот этот вот, он более такой кремовый, более такой действительно вот на крем похож, обычный какой-то крем, плотный даже, плотноватый немножко. У этого же масла текстура мусса, именно мусс, легкая такая текстура. Мне поначалу вообще показалось, что расход будет у него колоссальный. Я его расходую за неделю просто, потому что я пользуюсь им каждый день. Сложновато распределяется немножко, но потом как-то начинает такое ощущение, как будто тает. И вы сразу сходу все хорошо распределяете, все у вас нормально, везде все хватает, вот буквально там небольшого количества мне хватает растереть между ладонями и на две ножки нанести. Так что я довольна, советую, вот присмотритесь к вот этой фирме. Да, я не сказала, называется она I Like. Ну вот и все, по-моему, ничего не забыла. Надеюсь, вам видео было интересно, полезно. Спасибо вам всем за внимание, до новых видео, до новых встреч, пока-пока.